Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, и привет просто тех, кто проходит мимо, мои зрители, рада вас приветствовать. Меня зовут Оксана Грейс, и по традиции желаю всем вам исполнения всех ваших наизаветнейших желаний. Ребят, еще раз всем вам привет. Я готовлю себе ужин, варила картошку в мундирах, сейчас ее пережарю. Вчера еще варила, немножко поджарю, поем. Ходили мы сегодня, приезжали друзья, мы ходили сегодня в кино на фильм, там, короче, типа фильм «Катастрофа», этот, и там мужик с женщиной на самолете летели, и у них пилот умер. И они, то есть, должны были посадить самолет где-то. Ну, в общем, я забыла название этого фильма, блин, опять. То снимала в историю в Инстаграме и вспоминала, вроде вспомнила. Сейчас снова забыла. Ну, как так? Что это за память такая? И вот фильм, так скажем, из по 10-бальной шкале, то приблизительно на 7 баллов где-то, на 6-7 баллов. Ну, не сильно такой, чтобы классный прям такой, да? Я вообще люблю фильмы-катастрофы, но только фильмы-катастрофы. В жизни катастрофы не люблю. И этот, ну, этот такой себе, слабоватенький. В кино еще нормально смотрелся. Я думаю, если смотреть его по телеку, то нудняк будет. Вот. Что хотела сказать? Так, ребят, поскольку у меня появились новые подписчики, если они смотрят это видео, подписчики, передаю вам привет. И давайте будем дружить, будем друг с другом общаться как-то. Потому что если я, например, предлагаю какому-то аккаунту свою дружбу, это не значит, что я хожу и льстю этому аккаунту. Типа, вау, какой ты классный аккаунт, да? Давай, в общем, подписывайся ты на меня, я на тебя. Я именно подписываюсь на те аккаунты, которые мне, в принципе, могут быть интересны. То есть мне интересны какие-либо видео с этих аккаунтов. И я периодически просматриваю все аккаунты. Конечно, я не могу смотреть у всех полностью видео, там один за другим. Бывает, что видео высылают достаточно регулярно, очень часто, то есть каждый день могут высылать под 2-3 видео. Ну, такое количество, конечно, я смотреть не могу. Но так стараюсь по возможности смотреть. В основном вечером происходит это, я уже когда ложусь отдыхать, я в Инстаграме пишу посты, там делаю какие-то полезные истории, например, да, и просматриваю видео своих подписчиков и тех, на кого я подписана. Я бывает хожу, проверяю, чтобы стояли колокольчики включены, чтобы мне приходили оповещания о ваших видео. И таким образом мне, конечно же, проще, когда выходят оповещания, и я могу заходить и спокойно просматривать ваши видео. Но есть такой момент, если ваше видео будет длиться час или полтора, конечно, мне будет тяжело его просмотреть, потому что такое количество времени я не могу потратить на одно видео. Поэтому и сама стараюсь делать видео как можно меньше, чтобы, ну, как бы оно, знаете, комбинировалось меньше было. Но у меня все-таки бывает и по 15 минут, хотя я бывает хочу уложиться в минут там 5-7, но оно не получается. Ты начинаешь снимать видео, и все, ты разгулялся, и все, пошла жара. Так, а ну рты позакрывали, а? Орут везде. У нас еще есть маленький попугайчик Рома, который приехал к нам в гости погостить. Вот, он сейчас в клетке сидит тоже, наблюдает за моими оболтусами, которые летают. Сейчас я буду кушать, но я еще планировала снять типа мукбанг опять. Думаю, сейчас буду есть, наложу, сделаю мукбанг и этот, буду рассказывать во время еды. Ну, потом как-то, блин, эта идея у меня отошла назад, и я решила не снимать такой мукбанг. Я думаю, давайте я пока приготовлю кушать и тогда расскажу. Поэтому всем моим новым подписчикам
Спасибо, что вы со мной, я с вами, будем смотреть друг друга. Я надеюсь, что все будет взаимно, классно, потому что у моих подписчиков, на которых я подписана, у них реально неплохие каналы, интересные там всякие жизненные истории, либо же я люблю вот эти вот каналы кулинарные, когда готовят, и у меня уже много находится в сохраненных. Люблю всякие, в общем, классные каналы, да, там, где есть какая-то тема, там, даже та же жизнь просто. И тоже бывает интересно посмотреть на чью-то жизнь, кто как живет. Не знаю, мне лично интересно, не знаю, как кому. Так, сейчас буду наладить. Артур, вон, видите, сзади Ромка. Ромка, ты где? А его и не видно, наверное. А, он вот там, вон он подглядывает. Вот хитрюга. Не знаю, куда его ставить. Поставили пока что туда, потому что если возле окна ставить, продувает. А я потихоньку буду кушать. Сейчас буду смотреть что-нибудь полезное. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь со мной, комментируете. И вообще то, что вы со мной. И будем с вами двигаться дальше. Не будем сдаваться, будем идти только вперед. И все у нас обязательно получится с вами. И продвемся мы на этом ютубе вперед. Только вперед. Все, ребятушки. Всем спасибо за просмотр. Целую, люблю. Бывайте.